30 мая на базе Дагестанского института развития образования состоялась региональная научно-практическая конференция «Педагогическое мастерство в профессиональном образовании». Участие в нем приняли 37 педагогических работников Организации среднего профессионального образования республики. Оно ведь лежит не в нормативных документах, не в наших планах, программах и дорожных картах. Оно в первую очередь лежит в учителе, в педагоге. Встреча прошла в рамках плана мероприятий «Года педагога и наставника». Организатором выступил Центр развития дополнительного и профессионального образования ДИРО, модератором которого являлась руководитель центра Сания Тымашева. Поступайте вот в диалог. Микрорайонное образование – это систематический учебный процесс, обеспечивающий рост. Научно-практическую конференцию открыл первый проректор ДИРО Гамзат Джамалудинов, который поприветствовал участников и рассказал о цели проведения мероприятия. На встрече присутствующие обсудили актуальные проблемы развития системы наставничества в региональном образовательном пространстве, непрерывное образование как условие повышения профмастерства педагогам и многое другое. Отметим, что конференция проводилась в целях создания условий для полноценного проявления и развития педагогического мастерства на основе организации пространства для профессионального общения по обмену опытом.